Ну, продолжим разминку. Возьмем сейчас так. Ну, пусть пока будет. Хотя можем и удалить. Давайте мы сделаем болваночку сейчас для ориентировочки. Где-то вот, допустим, цилиндрик Rotation RX 90 градусов. Так, и увеличиваем его. Где-то вот таким будет женское кольцо. Так. И мы его сжимаем. S. S по Y. Где-то вот оно должно быть вот такое и более. Отлично. Теперь закрываем. Это. Так. И делаем следующее. Берем столбик сначала. Нам надо сделать столбик. Нет. Сначала мы возьмем столбик, возьмем диамант. Бриллиант, диамант и поднимем его наверх. Это мы неправильно встали, да? Да нет, все вроде верно было. Я даже не знаю. Так, ну давайте перевернем тогда, если что, на R по оси Y 180. Вот так. Достаточно будет такого. Или чуть побольше. Ну, к примеру, вот такой, да? Мы его чуть подымем тоже. Наверх подымем так. Раз это. Ну, чуть-чуть так приподнимем. И теперь нам надо сделать два столбика. Это у нас цилиндрики. Опять поднимаем цилиндрик наверх, чтобы удобнее было работать. Так. G по Z. Вот так. Так. Уменьшаем. Уменьшаем, потом удлиняем S по Z. Вот так. И сверху смотрим. Так. Ну и двигаем. Это будет G. Вот. Подвинем вот сюда. Так. Ну и давайте сделаем следующее. Мирож. Так, мирож. Нет, мирож не возьмем. Возьмем объект. 3D курсор. И теперь пойдем действительно. А, ну сначала. Не, ну тут все нормально вроде бы как. Трансформер все убрали. Так, мирож вот так. Хорошо. Сначала назад. Вот это вот. Отодвинем G по X. Вот так, чуть-чуть отодвинем. Вот так. И вот теперь можно мирор применить, наверное. Хотя. Reset. Сначала reset. Вот теперь мирор. Все хорошо. А если еще по Y, то будет и вовсе красиво. Так, и теперь говорим. А, так, стоп. Говорим, что мы говорим. Нам надо сначала отключить это. И здесь про объект mode edit mode. Ctrl-R, Ctrl-B. И вот так. Сделаем такую. И к ней применим Subdivision 3.3.3. И объект Mode
смысл. Все. Теперь вот нужно включить назад. То есть это mirror. А, вот, ну, включился, все. Говорим о play. Берем теперь эту штуку и создаем ей сначала объект setOrigin 3D курсор. Вот он встал сюда. Дальше пустышку. Shift A. Где наша empty? Вот он, empty поставили, пустышку поставили. Так, дальше выделяем эту штуку. Говорим, что нам нужен array. Но отключаем ему relative, ставим constants. Offset. Говорим, вокруг чего будем крутить. Empty. Говорим, сколько. Ну, давай, пока вот 36, допустим, да? Там посмотрим и смотрим сбоку. Так. Неудобно, конечно. Ну да ладно. Теперь берем R и начинаем вращать. Нет, 32 слишком много. Мы сделаем сначала поменьше, допустим, штук 10. 15, чтобы 10-15 и R. Где-то вот так, я думаю, будет хорошо. 15. Дальше добавляем 16, 17, 18, 19, 20 и R. Раздвигаем чуть-чуть. Все. Вот они у нас. Насколько 20, да? Так, где-то у нас должен быть Добби. Вот он наш Добби. Вот он. Нам его тоже. Сколько у нас там получилось этих-то? 20, да? Нам Добби тоже нужно 20 штук. А для Добби придется сделать, если мы этим довольны уже, да? А мы довольны. Play. Play. Задумался, ну, справился. Play, play, так, тут тоже play. И теперь вот это Добби. Это можем уничтожить. Сказать, что объект setOrigin курсор. Но ты не знал, что это оно. Вот, теперь переместился. Так, дальше до empty мы возьмем отдельную пустышку. Так. И теперь перейдем array. Попробуем сказать 20 сразу. Потому что сейчас уже знаем точно, сколько нам надо. Constants, объект, empty. Так, ага. Это говорит о чем? Что надо reset transform сделать. Так, хорошо, мы это сделали. Теперь смотрим сбоку. Берем R и растаскиваем. В итоге мы получаем идеально все. Так, единственное, что может быть. S чуть-чуть повыше сделать. Вот так. Они сделали ему повыше. S. Зажмем Shift и потихонечку будем. Ну, я даже не знаю.
Вышел. Далее мы займемся уже вот этим. Нам необходимо будет сказать Ctrl-R. Нет, вот здесь, в Edit Mode. Ну, ты не добил, цилиндр. Вот, цилиндр. И Ctrl-R здесь, Ctrl-R. В чем дело? С чем-нибудь слепился, что ли? Да, вроде нет. А, все. Теперь Ctrl-R. Нет. Цель. Ctrl-R и нажмем колесико, типа 2, да? Отлично. Далее мы поднимаем вот эти две. Нет, сначала мы вырежем дырточку. Раздуло ее. Это нам не надо, поэтому S, Y. Так. И пойдем, скажем, Bridge. Готово. Дальше у нас с вами должно такое происходить. Ну, тут все нормально у нас, да? Поэтому я думаю, без проблем будут эти вещи происходить опять же. Это вот так. Нет. Вот этот и вот это кольцо. Нам надо поднять, чтобы создать эдакой Е. Е и С. Создать такое углубление. Так, просто. И вот эти ребры. Вот это ребро и это ребро. Нет. Вот это и вот это. Мы должны раздвинуть по Y. Вот так. Создать такое вот. Так как это женское кольцо, то мы должны сделать следующее. Сейчас сожмем это дело S по Y. Вот так. Сожмем. Так. И скажем Ctrl-B. Так. И побольше сделаем. Должно круглое быть. Вот в этом месте должно быть круглое. А здесь немножко потоньше. Поэтому S вот таким образом. Все. Далее просто мы берем вот, говорим, что у нас subdivision. Да, subdivision subdivision, но начало. Да нет, нам нужен вот этот цилиндр. Вот этот цилиндр. Отменить не надо это. Почему он не хочет отменяться? Почему это странно? Сейчас она
мне кажется, сорвется. Нет. То есть вот тут, ребят, Ctrl-R, вот сюда Ctrl-R, и вот тут Ctrl-R. Далее Ctrl-R. Здесь Ctrl-R. Соответственно, по краям тоже. Так, таким образом мы закрепили фаски, и они у нас будут, ну, более-менее. Не острые, сглаженные. Сохранять форму при subdivision. Цилиндр. Вот. Если я скажу S, так сделать. Я просто подгоняю теперь размерчики. Как мне кажется, он должен быть. Так. Так. И S по Y. Так. Что-то вот такое. Угу. Более сложная форма. Чуточку так. То, что нам нужно, теперь вид объект мод, пойдем совет, скажем, раз, два, три, и шесть смус. Да, это то, что я хотел. Сохраняем. Сохраняем как женское кольцо. Дамон 2. Будете леди назвать. Save as. Dobby Apply. Cylinder Apply. Empty удаляем. И вот эти два тоже. Все. Получили то, что нужно было. Это мы сейчас и с вами сохраним еще и как сейф. Теперь экспорт. Здесь три у нас галочки включены. Считает. Запоминает. Ну, в принципе, все. Тоже поеду сейчас вот этот. Кейшот. И там сделаю вот такой рендеринг. Потом, когда 2 будет, я специально сделаю файл видео по рендерингу. Хорошо? Ну, а сейчас на этом все.